Итак, добрый вечер, дорогие мои зрители и подписчики, с вами Вечный Пилигрим, это очередной бой из рубрики Хроники Ро. На этот раз мы снова катаемся на Суперчафе, я решил взять на нем три отметки, как и на многих других танков 6 уровня. И в этом бою мне в очередной раз это удалось, а как именно, посмотрите сами. Итак, я ускоряю стандартный отсчет и еду в стандартные кусты, но становлюсь в них немножко не так, как это делает остальное. То есть в самый вот тот куст, но задом. Да, это немножко сложно управлять, но тем не менее. И сразу вижу я его в обе стороны, и гору, и подъезд к месту, где бодаются тяжи. Итак, Чаффи, А46, ПТ-шка. Решаю выстрелить первый раз по ПТ, потому что она стоит бортом, она лопана бронирована. Но я рассчитываю, то, что меня заметят, оказывается нет. Что ж, неплохо. Тут я уже соблюдаю 15 метров, благо я заранее занял эту дистанцию. Меняю за паузу. И просто вот так катаюсь. Пытаюсь там выцеливать Чаффи, не всегда попадаю, но тем не менее он умирает. Итак, не успеваю я разобраться с Чаффи, как вылезает сразу и А46 ваншотный, вкусный, и еще и Т50 там где-то мелькал. Однако скорость полета снаряда у Чаффи медленная, если я помню, около, да, 800 метров в секунду. К сожалению, этого недостаточно, что я пытаюсь добить ваншотного А46, но больше попадаю по Т-52. И никак этот А46 не хочет умирать. Колдовство, хоть и там не советский. Ну да ладно. Вещь такой продолжаться не может. Я его все-таки, думаю, добью. Да, я его добираю, хотя могло, кстати, в гуслю прилететь, в это время забирает Т-52. Итак, уже два легких танка погибло, а вот и третий добил арта. Прекрасно. Итак, там чуть свободнее, потому что обзор у 3-4 ДО Яги, 4 уже так себе. Поэтому уже можно чуть расслабиться. Но я смотрю на миникарту и расслабляться, в общем-то, рано. Потому что тяжи и вражеские все продавили. И несчастный 59-16 должен умирать. К сожалению. Тем временем я гоняю 34-85 так напоследок, больше напугать. И мне начинает капать засвет от тяжей. Итак. Пытаюсь тут свалить вот какую-то траву, да максимально спрятаться и что-то сделать с тяжей. Пока притормозит. Чаффи пропускаю, все равно он фуловый, разобрать не разберу. А чтобы он не светил, я делаю небольшой мув назад. Итак. Вот здесь уже проблема. А Т8 пошла. Т8 машина крепкая, с ней так просто не разобраться. Тем временем Т50 пробивается. О, а Т8 стоковая. Это не так страшно, ей я намного выстрел. А тем временем 1000 урона уже есть. Не то чтобы много, но для начала неплохо. Впереди есть марш. И тут вылезает непонятно куда, вражеский Т52. Я начинаю его с автоприцела разбег. Единственное, что выбираю в автоприцел такие моменты при стрельбе, чтобы он ехал по одной линии, и я, то есть плюс не было сразу после поворота башни. Так, вот здесь глядите, он едет по прямой практически, я торможу, чтобы минимизировать, так сказать, разброс на ходу, и добиваю на халяву, забрали легкий танк, причем последний легкий танк, что немаловажно. Тем временем там разбирается один из Т-150-х. Осталось вкусно. Слепой тяж, медленная стоковая ПТ и целых три артиллерии. Но у меня есть конкуренция в виде суперчафи нашего вот там, и ему я уже не рад, что он там не умер. И он подсвечивает арту. Ну что ж, начинаем стрелять. Труба мешает, я думаю, сейчас умрет. Но нет, прилетает от меня. Отлично. Тут добиваю я снова. Итак, эта медаль поскучи уже нормально. Отлично. Так, теперь вторая артиллерия. Но арта, ой, третья у них спряталась. У меня был все еще заряжен на нее фугас. Ну, пришлось загуслить Т-150. Т-150 раскорячился, поставил мне корму крышу корпуса. Прекрасно, накидываем по нашему свету. Но, как всякому советскому танку, ну, везет. Летит не, далеко не всегда, куда надо. Готов посмотреть. Нет, вот тут залетает уже хорошо. А Т-8 орешек крепкий, с такой дистанции моей голдой это бесполезно.
Но у меня много хп, мы помним, что у нее стоковая пушка, то есть от Черчилля 3. Это значит, мы, вот я это ради интереса пробую, даже лучок, но это бесполезно. Но мне хочется арту, я только замечаю, что у меня, оказывается, уже 5 фрагов набралось каким-то макаром. И вот она арта. У нее 168 хп, у меня 115, арту хочется. Что я делаю? Я заряжаю фугас и пробиваю. 185 среднего урона, арта моя. Вся арта. Все, отлично. И там пошла третья 1000 урона. Вернее, суммарного. Хотя и урона тоже. Осталось вкусно. А Т8, она начинает бить меня фугас. Странное решение, ну давай. Я еще и один ногу слю принимаю, или не знаю, куда я там попал. И пытаюсь ее закружить. С перепуга лечу радиста, думаю, водитель, но нет. Однако, закрутить ее не получается, слишком мало места. Но настало время голды. Вот тут она слышит, что ей бы меня добирать, мне деться некуда. Она решает повернуть албом к остальным и дает мне возможность стрелять ей в этот борт. Да, голдой, но тем не менее, просто стоим, набиваем кончик. Итак, на этом бой окончен. Почти 3000 суммарного. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки и подписку. До новых встреч!